Доброе утро. Доброе утро. Good morning. Доброе утро. Как дела? Доброе утро. Всем привет. Привет, Хайдер. Сегодня мы с вами выучим еще 20 русских слов. И давайте начнем. Анна, hello. Привет. Итак, первое слово – это фрукт. Как по-русски – a pear. Привет, доктор. Кто знает это слово, пишите в чат. Привет, Вив. A pear in Russian. Отлично, хорошо. Кто напишет по-русски? Груша. Груша. Давайте попробуем написать в чат. Молодец, Вив. Груша. Ударение на букву У. Груша. Отлично. Груша. Да? Давайте скажем вместе. Let's say together. Груша. Очень хорошо. Следующее слово. Onion. По-русски. Three letters. Очень короткое слово. Very short word. Only three letters. Угу. Хорошо, доктор. И теперь на русском. Да, это была груша, а это правильно. Лук. Лук. Привет, Алдрин. Правильно, Файша. Лук. Очень хорошо. Скажите. Say. Лук. Молодцы. Лук. Правильно. Супер. Хорошо. Идем дальше. Следующее слово. A globe in Russian. Very similar to the English word. Кто знает? In English, it's a globe, and in Russian, good morning, Davey. Привет. Brazil in Russian is Бразилия. Мир is a world. Карта. Глобус, правильно, Вив. Глобус. Да, кто еще напишет в чат? Спасибо. Глобус, молодец. Файшал. Глобус. Ударение на О. О is stressed. Глобус. Очень хорошо. Идем дальше. And the next word is a number. Цифра. See you here every day at 9:30 Moscow time. Да, был до этого глобус. Глобус, правильно, это цифра 2, number 2, 2, очень 2, очень хорошо, молодцы, 2, number 2, 1, 2, отлично, пойдем дальше, и следующее слово, та-дам, что это, что это, what is this, что это, in the UK, 6:35. Mm-hmm. So at 6:30 your time. I was a little bit late today. Хорошо, доктор. Да, кто напишет по-русски? Хала. Х.
холодильник. We pronounce it as холодильник, but write it as холодильник. Правильно, non-man. Холодильник. Black rain. It's E instead of E. Холодильник. Правильно, raise it. Холодильник. Хорошо. Давайте скажем вместе. Let's say together. Холодильник. Холодильник. Очень хорошо. Молодцы. Пойдем дальше. И следующее слово. Это у нас следующая картинка. Это животное. It's an animal. Как по-русски? Rhino in Russian. Кто знает, пишите в чат. Ждем. Кто первый напишет? Who will be first to write? Привет, Мухаммед. Привет. Кто это? Очень хорошо, Вив, это носорог. Ударение на О. This O is stressed. So pronounce it as O. These two are not stressed. So we will pronounce them as A. Носорог. Носорог. And G become unvoiced K. Because it's in the end of the word. Носорог. Носорог. Да? Давайте скажем вместе, let's say together, носорог. Очень хорошо, try to copy my pronunciation. Носорог. Отлично, молодцы, идемте дальше. Так, raspberry in Russian. Very cute word in Russian. Кто знает это слово? Это ягода. It's a berry. Ягода. Как называется эта ягода? Что это? What is this? Что это? Пишем в чате. Я попью кофе, пока вы думаете. Никто не знает? Отлично, Вив. Это малина. Никто нет, Вив знает. Non-man, правильно, малина. Кто напишет? Райзек, правильно, малина. Файшал, малина. Очень хорошо. And the next word, I think we learned it yesterday, but let's repeat it. Another berry, еще одна ягода. Привет, Марк. Что это? Какая это ягода? What berry is it? What berry is this? Это ягода, it's a berry. Как она называется? How do we call it in Russian? Это малина, правильно, малина. А это, что это? Давайте, пишите в чат. Отлично, Голтуф. Это клубника. Очень хорошо. Молодец, Марк, это клубника. Молодец, Дэйви, клубника. Очень хорошо, молодцы. I'm so proud of you. Так, дальше. Это слово мы тоже уже учили. Клубника, правильно? Кто это? Who is this? In Russian, animals can be feminine or masculine. We don't refer to them as it, as a neuter. Да? Правильно. Это медведь. Or, или мишка. Мишка, медведь. Да? Медведь. Он в лесу, in the forest. Медведь. Yes, I'm sorry, I started later today. I'm so sorry.
Медведь. But I will start every day at 9:30 Moscow time. Мишка, правильно. Медведь или мишка? Очень хорошо. Мишка живет в лесу. Lives in a forest. Мишка живет в лесу. Хорошо. Что это? In English we say hay. In Russian, who knows? Horse eats it. Что это? Коричневый медведь, да, brown bear. Что это? What is this? Hay in Russian. Да, медведь, правильно, очень хорошо, Вив. Это сено. Сено, нет, не шапка, это сено. Сено, it's hay. Сено, очень хорошо, молодцы. Лошадь, a horse, I don't have it here right now. A horse eats сено. Лошадь ест сено. Очень хорошо, молодцы. Пойдем дальше. Что это? Actually, in Russian we have two words for this thing, for this vegetable. Vegetable is овощ in Russian. Какой это овощ? What vegetable is this? We have two words for it. In English, it would be colored cabbage. Цветная капуста. Молодец, Голтов. Цветная капуста. Colored cabbage. Цветная капуста. Do you eat it? Вам нравится? Do you like цветная капуста? Вам нравится цветная капуста? Ну, это овощ, да? Овощ, vegetable, right? Yes, in English. Ah, okay, in English, cauliflower. Да, правильно, цветная капуста. Mm-hmm. Капуста is just a cabbage. This is цветная капуста, да? Я тоже люблю цветную капусту. Mm-hmm. Хорошо, следующий овощ. Что это? Peas in Russian. Да, очень вкусно. Это вкусно, it's tasty. Что это? Что это? Всем доброе утро. Наталья, доброе утро. Читаю сообщение. Так, горшок, капуста, га... Что это? Га... Кто знает? Горох. Молодец, Вив. Это горох. Горох. Давайте скажем вместе. Let's say it together. Горох. Очень хорошо. Марк, молодец. Да, это горох. First O will be reduced to A. And we will pronounce it as A because it's not stressed. Горох. The second O is stressed. Хорошо. Пошли дальше. Следующее слово, very similar to the English word. Что это? Давайте пишите в чате. Правильно, да, горох. Очень хорошо. Горох. Горох. Гитара. Молодцы. Гитара. Гитара. Очень хорошо. Давайте скажем вместе. Let's say it together. Гитара. Молодцы. Try to copy my pronunciation. And don't forget to practice with me out loud. Don't be shy. Гитара. Очень хорошо. Пойдем дальше. Так. Что это? It's a bed. Что это? A bed in Russian. Угу. Молодец. Молодец. Нет, не балалайка. Это кровать. Кровать. O is stressed. O will be pronounced as A here. Кровать. Скажите, say. Кровать.
Кровать. Угу. Молодец. Да, так произносится кровать, но здесь мы пишем букву О. Write O, pronounce A. Кровать. Молодцы. Пойдем дальше. Very similar to the English word. Пишите в комментариях, что это. Это овощ. It's a vegetable. What vegetable? Какой это овощ? Молодец. Супер, молодцы. Это брокколи. Мы произносим это так. Брокколи. Угу. Ну, по-английски брокколи, да? По-русски брокколи. Очень хорошо. And the word that we learned yesterday, I think, let's repeat it. A pumpkin in Russian. I love pumpkin. Я обожаю тыкву. Today I will make a soup, a pumpkin soup. Сегодня я буду готовить суп из тыквы. Тыква. Очень хорошо. Молодцы. Тыква. Тыква. Молодцы. Правильно. Тыква. Скажите. Say. Тыква. Отлично. Молодцы. Good job. Пойдем дальше. Что у нас еще осталось? Тыква. It's ы. Тыква. Угу. With ы. Тыква. Not тиква. Тыква. Ага. Раж. Морковь. Хорошо. Кто еще напишет? Пожалуйста. Угу. Морковь. Так. Пишем мы так. Это слово. Морковь. Произносим морковь. Ударение на О. Или морковка. Правильно. Или морковь. Or морковка. Both are good. Морковь. Ударение на О. Stress is here. O is stressed. So this O will be pronounced as A. Морковь. And voiced V will become unvoiced F. F, F. Морковь. Морковь. Угу. Хорошо. Отлично. Морковь. Пойдем дальше. Ничего страшного, ничего страшного. That's okay. We are learning right now. И еще одна цифра. One more number. 1, 2, 3, 4. Какая это цифра? Пишем в чате. Отлично. Rush, go to. Все правильно. 5. Молодцы. 5. 5. Don't forget about the soft sign. It will soften the letter that is before it. 5. 5. Угу. Number 5. Two more words. A chair in Russian. I knew that. I knew that you will write a table, but it's not stool, it's stool. Правильно. Stool. Молодцы. Without мягкий знак at the end. No soft sign at the end. Just stool. Stool. Хорошо. And the last word, последнее слово. A bee. Это насекомое. Насекомое is an insect. Как называется это насекомое? Yes, I have these kind of videos. Так, это пчела, да? Вив, по-моему, написала. Пчела, правильно, Марк. Пчела. Ударение на букву А. I is stressed, so E will be pronounced as E.
Пчела. Пчела. Practice with me out loud. It's very important. Скажите, say, пчела. Очень хорошо. Молодцы. Пчела. Все на сегодня. Увидимся. Да, оса is a wasp. Пчела is a bee. Увидимся с вами завтра. See you tomorrow at 9:30 Moscow time. Спасибо вам большое за участие. И увидимся с вами завтра. See you tomorrow. Пока!